На нашей выставке представлены все направления отечественного плакатного искусства начала XX века. Это плакаты рекламные, политические, зрелищные. Но наиболее цельное явление представляют собой киноплакаты этого периода. В основном демонстрируется у нас реклама к фильмам, снятым в 1917 году. Известно, что в этот сложный период, период Первой мировой войны и последующих революционных событий, кино занимало особое место в досуге москвичей. Исследователи посчитали, что на одну прочитанную книгу приходилось 5-6 проданных билетов в кино, на одно место в театре 10-12 мест в кинозалах. В Москве функционировало более 70 кинотеатров, в репертуаре которых преобладали отечественные ленты. На выставке можно увидеть киноплакаты к фильмам как политической, так и мелодраматической тематики, которые легко читаются в названиях лент. «Вставай, подымайся, рабочий народ, отречемся от старого мира», «Позор дома Романовых» и по контрасту с ними «Истерзанные души», «Кто виноват», «Так безумно, так страстно хотелось ей счастья». Многие фильмы не сохранились, поэтому благодаря плакатам нам удается увидеть, что представляли собой эти фильмы. Автором ряда плакатов выступал Михаил Сергеевич Клемансон. Этот художник вследствие творческой плодовитости и оперативности сыграл большую роль в формировании стиля оформления киноплаката после 1917 года.